То, что станет врачом, Юлия Жеволокова знала с детства. Пошла по стопам бабушки. Да и самой нравилась эта профессия. После окончания медицинской академии вернулась в Ленинск-Кузнецкий и стала сотрудником клинико-диагностической лаборатории в Центре охраны здоровья шахтеров. Через год поняла, что хочет заниматься именно бактериологией. 19 лет Юлия – врач-бактериолог. Опасные бактерии – ежедневная работа сотрудников лаборатории. Новые методики, которые внедряют сотрудники, высокая квалификация специалистов и современная аппаратура позволяют исследовать микроорганизмы и назначать эффективное лечение. В период пандемии коронавирусной инфекции работа у сотрудников лабораторий значительно прибавилась. В так называемой красной зоне медики работают с утра и до вечера, делая сотни анализов на COVID-19. Работы прибавилось очень, потому что с середины апреля мы стали работать в красной зоне и делаем тестирование на COVID. У нас слаженный коллектив, поэтому все друг друга поддерживают. И делаем от 500 до 700 анализов в день. О том, что единственная в Кузбассе стала призером всероссийского конкурса врачей, узнала тоже в красной зоне. Тогда о конкурсе и о победе даже не думала. Работа занимает все время и все мысли. Но усталость как рукой снимает, когда помогают и поддерживают коллеги. Я хотела бы поблагодарить администрацию клинического центра, а также хочу поблагодарить своего научного руководителя и заведующую Устьянцеву Ирину Марковну за человеческое отношение, за то, что она старается оснастить лабораторию новой современной аппаратурой, что позволяет нам устанавливать новые методы диагностики и работать с удовольствием. Как говорит Юлия Жеволокова, победить в этом конкурсе может каждый, кто любит свою работу и стремится развиваться. В ближайших планах у врача защитить докторскую диссертацию. Мария Силантьева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.